Приветствую вас, Елена. Я думаю, что основная ваша проблема заключается в том, что вы думаете, что вот мужчина вам несколько раз изменил, и вы думаете, что больше он вам не изменит. То есть если он, когда вы были не в ссоре, если он вам изменил, да, когда вы были не в конфликте, то почему вы считаете, что человек вам, допустим, ну, не изменит, да, когда вы были в ссоре? Если он вам два раза изменил, то это тенденция к тому, что либо у вас в отношениях что-то не в порядке, и их нужно гармонизировать, для этого необходимо, чтобы он и вы обратились на психотерапию. Либо это значит, что вы слишком разные, понимаете, какая штука. Дальше, вы противоречите в себе, в своем тексте, я вам, ну, как бы покажу, где, да, вот. Но мне кажется, что глобально вы такое ощущение, что обмазаться боитесь, такое ощущение, что самооценка у вас проблема, понимаете? Вот, такое ощущение, что вы себе не доверяете, вот элементарно, да, не доверяете себе. Почему я говорю элементарно? Не в том плане, что это очень легко себе доверять. Нет, я не хочу этого сказать, что себе легко доверять. Ну, то есть, если вы себе не доверяете, то это нелегко. Вот. Для вас это непривычно. Просто я говорю, что без такого базового навыка выстраивать отношения довольно проблематично, потому что вы слишком сильно растворяетесь, что называется, в человеке, вы слишком сильно, что называется, погружаетесь в человека, и это большая трудность, это большая проблема, потому что вы теряете свою самобытность, теряете свою индивидуальность, теряете свою какую-то вот, ну, свой вектор жизненный, и подчиняете его, свой жизненный вектор, ну, как бы вот человеку в данном случае. Или, как правильнее сказать, следованию за человеком, да? Вот, поэтому тут вот чувствуется у вас по тексту вот данная история. Давайте пройдем по вашей проблеме сейчас. С мужчиной 3 недели назад произошла ссора. Вот смотрите, я так думаю, вы не пишете, конечно, это, но я думаю, что ссора произошла не впервые. Я думаю, что это не первая ссора, которая у вас произошла. Я думаю, что ссоры были до этого, так думаю. Вот, и, соответственно, имеет смысл рассмотреть, из-за чего ссора, причина ссоры. Вне зависимости от того, будете вы с мужчиной или нет, дальше, потому что вы в ссору также вносите свой вклад, вы, ну, участвуете в ней, вы отвечаете, допустим, на конфликтную, так сказать, интенцию, да, или сами воспроизводите ее. Вот. То есть, правильно было бы сказать, что я поссорилась с мужчиной 2 недели назад. А не произошла ссора, потому что, когда вы говорите так, что именно ссора произошла, вы, ну, в какой-то степени снимаете с себя ответственность за конфликт. Вот. Дальше. Вы пишете: я была виновата. Наговорила ему гадости.
Ну вот, знаете, здесь тоже такой достаточно парадоксальный момент, не совсем очевидный для житейской какой-то мудрости, житейской какой-то истории, и, ну, более чем очевидный для, вот, как бы, психолога. А вы говорите, я была виновата и наговорила гадостью. То есть вы себя вините, что наговорили гадости. Допустим. Но гадости-то вы говорили, потому что вас что-то беспокоило. И, скорее всего, вы дотерпели, что называется, что по-другому свое недовольство, кроме как посредством гадости, выразить вы не могли. И за это вы себя вините. То есть вы подавляли, вы выплеснули. Больше держать это было невозможно в себе. И вы за это еще виноваты. Вы себя вините. За это. Считаете, что вы были неправы, сказав гадости. Да, конечно, гадости говорить, ну, не нужно, не следует, да? Но, с другой стороны, если вы терпите, если вы не выражаете свои чувства, когда, ну, в реальном времени, то нет ничего удивительного, что вы будете говорить по итогу гадости, потому что вы себя подавляете, да, например. Если вы там делаете для человека то, чего вы не хотите делать, то же самое, гадость рано или поздно появится. Если в любом случае вы себя насилуете где-то в чем-то как-то, то, конечно, будут гадости. Вот. Поэтому, что вы себя вините. Что такое вина? Вина – это карательное, рэкетное чувство. Я не должна была так поступать, я плохая. Вместо того, чтобы признать, что вами двигало, когда вы эти гадости говорили, признать свою целостность, признать свою неудовлетворенность, выразить ее, защитить ее, обеспечить ее, позаботиться о ней, а значит о себе, вы себя подавляете. Ну, что здесь можно сказать? Ну, только то, что ценность ваша в глазах вот партнера не будет расти таким образом. Не будет расти. Понимаете, когда вы себя по факту обесцениваете. То есть, с одной стороны, вы говорите гадости, то есть вы взрывообразно защищаете свои интересы. А с другой стороны, вы же себя за это вините. Вот, игнорируя при этом те мотивы, которые у вас были говорить гадости, потому что я не думаю, что ваше любимое времяпровождение, да, это говорить гадости вот человеку, особенно тому человеку, с которым вы в отношениях находитесь. Дальше, он прекратил общение со мной, пишите вы. Ну, как вам сказать, вот здесь такой момент достаточно деликатный. С одной стороны, мужчина, конечно, имел полное право с вами общение прекратить. Но с другой стороны, мужчина, воспринимающий гадости от женщины, ну, вызывает вопрос. По крайней мере, вот в российских реалиях. Я не говорю про европейских мужчин, про американских мужчин, про азиатских мужчин, про дальневосточных мужчин. Я говорю именно про российских мужчин. Про вот славянских.
мужчина, который воспринимает всерьез, обижается на слова женщины? Да, вопрос. Вопрос про уверенность его в себе, про самооценку, про здоровье, самолюбие. Понимаете, какая штука? Неумение смотреть в суть проблемы, что ли? То есть это такая вот некая женственность в мужчине есть. Если это так, то у вас искажен, именно искажен мужской образ ваш. Проблемы с папой, отдаленность от отца, может быть, слишком близкие, наоборот, отношения с ним. Ну, это вряд ли, это вряд ли, это вряд ли, вот. То есть, какой-то вот перекос во взаимоотношениях с отцовской фигурой, может быть. Дальше. Пробовал извиниться, не хотел ничего слушать. Ну, что значит пробовал извиниться, да, то есть вы либо извинились, либо нет. Что значит не хотел слушать, опять же, вы могли написать свои извинения, то там все понятно. Вот, понятно, что непонятно насчет извинений. Но вопрос немножко в другом. За что вы извинялись? Вот за что? Я не буду больше здесь ничего говорить, не буду больше ничего спрашивать, просто за что вы извиняли конкретно. И ваши отношения к тому, за что вы извинялись, только честно. Только честно. Дальше. Не хотел ничего слышать, но опять же звучит как манипуляция, да, такая. Тогда ответил, ты тогда хочешь нам позвонить, точку не поставил. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что он должен поставить точку, но не вы сами? Почему ответственность за точку вы перекладываете на него? Дальше. Прошло 2 недели, так и не позвонил он. И вы находились в подвешенном состоянии все это время. Вы ждали, что он позвонит. Ну, вероятно. Вероятнее всего, вы ждали, что он позвонит вам. И, вероятнее всего, вы сами решение не приняли. Вы сами со своей вот потребностью в человеке не справились. Что и мотивировало вас ему позвонить. Решила все узнать. Может, причина в другой женщине. Пишите вы. Да, забегая чуть вперед, надо сказать, что вы оказались правы, там есть другая женщина, но вы об этом подумали, вы не уверены в себе. Потому что может быть другая женщина. Да, даже если и другая женщина, ваши отношения, это все равно только ваши отношения. Другая женщина, это уже другие отношения. К вашим не имеющие, с вашими никак не связаны. Дальше. Значит, все подтвердилось, брат видел другой, видел меня, что я все вижу, сказал до свидания и хладнокровно ушел с ней на квартиру. Ну, не очень понятно, что вы имеете в виду, честно говоря, что значит видел, что я все вижу, хладнокровно ушел на квартиру, а не должен был уходить или что, не очень понятно. Выходит, что ссора была зацепкой, чтобы с ней остаться, и меня он сделал виноватым во всем, не захотел даже выслушать, ну, виноватым вы сделали сами себя. Потому что, как вы написали выше, вы виноват. Знаете, какая штука. То есть вы тут притворяете. Вы говорите, что он вас сделал виноватым, хотя сами вы себя обвинили. Первое. Да и никто не может обвинить человека в чем-либо. Человек может только сам себя сделать виноватым. Я под влиянием эмоций тогда в СМС его прокляла. Ну, улыбнули. Вы верите в проклятие? Или как? Прошла неделя, вчера я видела, как он подъехал к моей работе, хочет о чем-то поговорить. Я ушла и не стала подходить к нему. Мотив?
подскажите, как правильно поступить? Стоит ли говорить, не прощать его, если он будет говорить, что измена была, когда мы в ссоре были и захочется вернуть? Как правильно поступить, чтобы что? Для чего? Какая цель здесь? В то же время он хитрый, хочет расстаться по-хорошему, чтобы в будущем держать меня как запасной вариант, мне это не нужно совсем. А что вам нужно? Нам, может быть, имеет смысл сперва в себе как-то разобраться и разобраться с тем, что вам нужно и для чего. Мужчина уже два раза мне изменял, когда мы были не в ссорах, такую чушь потом нес. Я прощал его. Смотрите, вы говорите, он вам изменял, нес чушь, вы его прощали, то есть вы поверили в чушь. Как правильно поступить сейчас, чтобы что? Правильно, это как? Елена. Дело в том, что психологи не дают советов. Психологи помогают разобраться с человеком. И по вопросу того, как поступить правильно, я боюсь, что мы немножечко не по адресу обратили. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам же всего самого-самого доброго и удачи.